Сбылась наша мечта, нам подарили машину. Мы обращались к предыдущему президенту, обратились к нынешнему президенту, и нынешний президент нам помог. Помимо того, что это много удобства, это еще дешевле. В нашем случае, когда много детей, намного дешевле ехать на своей машине, чем на маршрутке. Реализовали свою давнюю мечту. Как только мы поженились, мы мечтали всей семьей ездить на море. Я вышла на пляж и сказала: «Вау, это море!» Ну, рулить они уже, когда машина стоит на таможне, они уже все рулят. А первыми права будут учить девочки, но они старше.